Это была еще и серьезная репетиция операции «Багратион». Это впервые здесь, при осуществлении этой операции, наши солдаты начали использовать макроступы, то есть опробировать их, потому что по болотистой местности пересекать было достаточно сложно. Макроступы. Местами. Да, это вот специальные, так сказать, вязались лозы такие на ноги, которые сдерживали на случай попадания в трясину, то есть, ну, не проваливались, и как бы... И это потом активно использовалось уже при проведении операции «Багратион». Были специальные, так сказать, подразделения, в которых находились там бревна, кстати, к танкам,